Многим моим деловым партнерам довелось побывать в исправительных учреждениях. По недоразумению, понятное дело. Но вот эти ребята из Райкерса, они совсем отмороженные. Хватать людей прямо на улице. Мы так никогда не делали. Люди платили нам за защиту, и мы их защищали. А теперь ты иди их защищай. Вы выходите из зараженной зоны. Серьезнее, чем я ожидал. Я-то думал, что когда эпидемия закончится, мы быстро все восстановим. Теперь я в этом не уверен. Мне хочется сходить к доктору Амхерсту, проведать, как он там. Но, боюсь, это не слишком разумно. На улицах опасно. Полиции нигде не видно. Черт знает что. Это не тот Нью-Йорк, каким я его знал. Лучше пока посижу в консульстве. Тут хотя бы интернет иногда работает. Я предупредил российское посольство в Вашингтоне, что я здесь. Они сказали, меня заберут отсюда, когда... Спасены. Я тебе жизнью обязан. Я их всех грабу прилечу. Делайте свою работу. В случае, если встретите агента спецотряда, оказывайте ему всяческое содействие, потому что именно эти люди должны вытащить нас из этого дерьма. Слушайте, я знаю, мы выложились на полную. Пожарные, копы, ребята из службы отлова животных, все как один молодцы. Но иногда самим не справятся, и надо вызывать подмогу. Кризис разрастается, нам везде не успеть. Городу требуется больше, чем мы можем дать. Нет, он мертв. Здесь еще противник. Хорошо, что ты нам не враг. Не хотел бы я с тобой ссориться.
Люди спасены. Правильно. Пусть эти уголовнички не суют нос, куда их не просят. Поискать. Пустил тут слух, что хочет подмять под себя весь квартал. А если кто будет возражать, он из того сделает показательный пример. Мы оба знаем, так не пойдет. Обнаружен активный эхомаяк. Не нравится мне это. Я понимаю. Но что нам еще остается? Нам вообще повезло, что мы нашли этот бензин. Да это жидкое золото. В другом районе за такой бензин мне дадут в два раза больше. Да пожалуйста, если только по пути тебя никто не пристрелит и не заберет его себе. Ну ладно тебе. У нас есть нечего, ну. Хорошо, но только потому, что ты красивая, а я больше не хочу видеть на улицах трупы красивых девчонок. Фунт курятины и дюжина тортильей. Это мое последнее слово. Острый соус? Знаешь что? Теперь все равно. Зачем тебе это делать? Всех ура!
оглушает!
Если кто спросит, скажи, что мы кореша. В наших краях это круто быть моим корешем. Отрядом. Зэки напали на патруль рядом со зданием мэра на 15-й Восточной. Нужна помощь. Без вашей помощи мы бы погибли. Надеюсь, теперь они дважды подумают, прежде чем нападать на патруль ОТГ. Внимание! К вам приближается противник. Выведи вон того! Вижу врага! Как они выбрались из тюрьмы? Противник. Вижу врага! Я добрался!
Спасибо. Вы в числе лучших, агент. Сигнал агента первой волны. Передатчик находится в здании полицейской академии. Будем отслеживать сигнал призрака при каждом включении. А если агент, за которым он был закреплен, окажется жив, еще лучше. Скорее всего, агент уже погиб. Но если ты выяснишь, как туда попал маячок и что стало с тем агентом, которому он принадлежал, нам будет проще понять, что же пошло не... Внимание! Диспетчер патрулям! Зэки на углу 20-й Восточный 2-й. Нападают на гражданских. Ничего не вижу. Лови момент. Огонь! Тебе же хуже будет. Его убили. Это наш город. Они убили его. Ай, ты хороший. Запрошены подкрепления ОТГ. Внимание! К вам приближается противник. Противник. Хорошо, что вы на нашей стороне. Ничего себе, да вы тут
а другие просто мимо прошли. Глядите-ка, какие мы храбрые! Яба! Он сильно ранен! Я понял!